«Единая Россия» в честь своего 20-летия запустила новый проект «Партия в лицах», который рассказывает о выдающихся партийцах. В их числе выпускник Голицынского военного института Федеральной пограничной службы Российской Федерации, методист МБУ «Одинцовский молодежный центр» первой категории Андрей Ткачук. В настоящий момент Андрей Владимирович курирует деятельность 4 историко-патриотических клубов, работает над созданием интерактивных программ для молодежи и подростковых спортивно-туристических и военно-исторических лагерей. По его инициативе реализовано более 80 подростково-молодежных проектов на территории Одинцовского округа. Из них более 20 – победители премии губернатора. Одним из проектов, который сейчас реализует Андрей Ткачук, является «Ленинградский значок».